видеоинструкция по монтажу теплого пола национальный комфорт Slim Heat под декоративное покрытие типа ламинат или паркетная доска. Для установки теплого пола вам понадобится комплект национальный комфорт Slim Heat, в который входит нагревательная пленка, установочные провода двух цветов, зажимы, изоляционный скотч, руководство по монтажу и эксплуатации. Дополнительно к комплекту национальный комфорт Slim Heat необходимо подготовить теплоизоляцию, полиэтиленовую пленку, терморегулятор, декоративное покрытие, инструменты, тестер сопротивления, коронка буровая, перфоратор, укольник, плоскогубцы, ножницы, карандаш, отвертка, нож отрезной, инструмент для снятия изоляции. Начертите план расположения нагревательного мата с учетом стационарной мебели и бытовой техники с высотой ножек менее 10 см. Начертите укладку пленки, соблюдая рекомендуемое минимальное расстояние ее расположения от других нагревательных приборов не менее 10 см и максимально допустимую длину одной полосы пленки не более 8 метров. Пленка режется только в определенных местах. Шаг линии отреза 25 см. Подготовьте место для установки терморегулятора и установочных проводов датчика температуры пола и нагревательной пленки. Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой. Уложите теплоизоляцию толщиной 3-6 мм. Скрепите листы теплоизоляции между собой. В соответствии с вашим планом укладки разрежьте нагревательную пленку на полосы строго в месте разреза. Разложите полосы нагревательной пленки на теплоизоляцию медными токопроводящими шинами вниз. Для подключения нагревательной пленки к сети и терморегулятору установите на медные токопроводящие шины контактные зажимы. Одна половинка зажима с зубцами вставляется внутрь пленки, вторая — снаружи поверх медной шины. Зажим обжать равномерно, без перекоса. Места разреза токопроводящей медной шины, в которых не предусматривается установка зажимов и проводов, необходимо изолировать битумным скотчем. Установите датчик температуры пола. Входит в комплект поставки терморегулятора. Для этого вначале измерьте сопротивление датчика температуры пола и зафиксируйте в плане. Затем прикрепите чувствительную головку датчика к черной полосе нижней стороны нагревательной пленки. Разрежьте теплоизоляцию под провод датчика и его головку. Уложите нагревательную пленку с закрепленным на ней датчиком. Закрепите полосы нагревательной пленки на теплоизолирующей подложке для предотвращения сдвига. Подключите установочные провода. Для этого вставьте зачищенный от изоляции провод в контактный зажим и с усилием зажмите его. Убедитесь, что конец провода надежно закреплен в зажиме. Изолируйте все места подключения установочных проводов зажимами битумным скотчем. Для этого используйте два отрезка 50 на 70 мм каждый. Продолжите подключение проводов, придерживаясь данной схемы. Если у вас нет возможности для размещения проводов в зоне с малой механической нагрузкой, например, под плинтусом, то используйте следующую схему подключения. Убедитесь, что в электрической сети питания нет напряжения. Подключите установочные провода, датчик температуры пола к терморегулятору. Подключите терморегулятор к сети. Протестируйте систему обогрева. Для этого на терморегуляторе выставьте температуру обогрева. Аккуратно проверьте нагрев каждого нагревательного элемента. Накройте установленную систему обогрева полиэтиленовой пленкой. Уложите выбранное вами декоративное покрытие типа ламинат или паркетная доска. Для мягких покрытий типа линолеум или ковролин необходимо дополнительно использовать ДВП или фанеру толщиной не более 6 мм.
На этом укладка пленочного теплого пола завершена. Включите систему пленочного теплого пола «Национальный комфорт Slim Heat» и задайте на терморегуляторе желаемый уровень температуры обогрева. Данное видеоруководство дает краткое представление о способе монтажа. Полная информация по монтажу указана в печатном руководстве, прикладываемом к пленочному теплому полу «Национальный комфорт Slim Heat».